GGJ Storm's turn to ban. Virtus Pro's turn to ban. VGJ Storm's turn to ban. Virtus Pro's turn to ban. Доброго времени суток всем любителям Dota. Рада вас приветствовать на самой интересной игре, которую вы только можете посмотреть в реальном времени. Это Virtus Pro против VGJ Storm, конечно же. Простите, пожалуйста, я только сел комментировать. Со мной сегодня в гостях Ярослав Анас Кузнецов. А что это я в гостях? Ты в гостях? Я в гостях. Ладно, мы оба в гостях у Valve, раз уж на то пошло, или оба в гостях у великолепных команд. Очень важная игра, хочу я тебе сказать. Конечно, конечно. Но, правда, ее важность не вполне нам известна, ввиду того, что есть параллельные игры. И, ну, в общем, ситуация такова, что могут быть переигровки. Чтобы Virtus Pro точно гарантировать себе место в венерах, да, они еще до сих пор могут упасть в нижнюю сетку. Чтобы гарантировать место в венерах, им нужно просто выиграть одну карту. Одну карту. Будет достаточно. Но Шторм очень сильны, очень готовы. Сегодня мы уже, наверное, сегодня, я думаю, уже, наверное, многие видели Virtus Pro, ну, так скажем, не в лучшей форме. Не будем спойлерить результат их там прошлого матча, но, в общем, хочется видеть лучший перформанс. Не знаю, было время у Virtus Pro немножко отдохнуть, подумать над своим поведением, что называется, да? И, возможно, сейчас они будут играть получше, я на это надеюсь. Но также я сегодня видел Иллидана. Напоминаю, что это один из двух тренеров Vici Gaming Jeremy Storm. И он сказал мне, что даже в случае, если Vici Gaming Jeremy Storm к игре с Virtus Pro уже будут гарантировать себе первое место, а так и есть, они уже на первом месте, в любом случае могут проиграть две карты даже. И все равно будут на первом месте. Сказал, что неважно. Все равно команда будет играть на полную катушку, потому что они не собираются тут никому давать поблажек. Они очень серьезно настроены. Для них любая игра, даже которая уже не важна, все равно важна. Ну, чисто из-за спортивного интереса команда, которая приезжает на главный турнир года, обязана делать так. Я думаю, что на месте VGJ Storm абсолютно любой другой коллектив поступил точно так же. И сделал бы правильно. Согласен. И тут есть такой нюанс. Ну вот, Virtus Pro эта игра важна, крайне важна, потому что помимо того, что они до сих пор имеют шанс упасть в нижнюю сетку, также важно, на каком месте они останутся в верхней сетке. Потому что если они, например, окажутся на четвертом месте в верхней сетке, то, если я не ошибаюсь, они попадут на ЕГЭ в первом же матче. И это будет не очень здорово. Не очень здорово. Да, согласен. Это слишком сильный коллектив. Не хотелось бы с таким встречаться в первом же матче. Лучше бы кого-нибудь послабее. А вот если, например, оказаться на втором месте, то там, соответственно, будет и команда послабее. Поэтому Virtus Pro здесь играть очень, выиграть очень важно. А Штормам не настолько. И вот тут вот опасный нюанс, потому что у Штормов в таком случае развязываются руки. С них как бы упал груз ответственности. Они сейчас могут играть, но абсолютно на расслабоне, как в паблике. А это порой даже еще опаснее. Да, да. Так и есть, так и есть. Когда ты не волнуешься за результат, ты играешь душой, так сказать. Ну да, ты просто не боишься делать какие-то вещи, которые частенько приносят тебе результат. Да, рискованные какие-то, может быть, мувы. Ну, в общем, матч ожидает быть крайне интересным. Да. А еще здесь и Virtus Pro, ребята из СНГ, и знаменитая последняя надежда СНГ, Ромка Резолюшн играет. Да, так точно, так точно. И Virtus Pro начинает свой драфт с пика Чена. Того самого Чена, которым они вот на протяжении всего восьмого сезона разваливали всех и каждого. Всех и каждого. Роджер, как только в Virtus Pro перешел, дал понять, что Чен — это как раз первый бан против ВП, тогда, когда этот Чен еще был прям совсем актуален. Потом его сделали чуть-чуть послабее. Раньше он умел крипов телепортировать. Да, то есть он выбегал на линию, телепортировал рейнджового крипа, потом еще телепортировал крипа, еще. И таким образом линия просто ломалась. Сейчас этого делать уже нельзя. После этого Чена перестали брать. Но вот на Интернешнале снова этот персонаж возвращается в мету, что не может не радовать. Многое изменилось, Чен уже действительно далеко не так силен, потому что помимо того, что он не может телепортировать крипов, ему и в принципе кулдаун подняли на переманивалку.
Холли Persuasion, или как? Как-то так-то. Да. И, соответственно, действительно потерял... Точнее, нет, ну, все правильно сделали. Чен был на профессиональной сцене просто first pick или бан. А сейчас это герой, которым играют не все по ситуации, когда вот, когда как. Это так, так и должно быть. Не должно быть, на самом деле, героев, которые всегда в бане или в пике. Это неинтересно. Сейчас, например, Инча такой герой пофиксит после инта. Но пока, соответственно, фиксить не будут на инте, конечно, Инчу. Чена видим и Урсу. Возвращаются в Virtus.pro к истокам. Начинали они, на самом деле, свой путь. Успешные вот эти вот их победы на мейджорах. Часто брали Урсу как героя, который крайне силен на линии, который быстро получает на ней определенного рода преимущества и потом, грубо говоря, сам себе хозяин. Ты можешь дать Урсе немножко постоять, помочь, и потом Урса, уже, например, встречая любого героя один на один, практически всегда сильнее его. И просто с ней никто не может стоять. Да, большинство матчапов Урса, конечно, выигрывает. Все вот эти популярные хардлейнеры, милишники, кентавры, тайтхантеры, какие-то там... андерлорды и прочее, не просто не выдерживают совершенно никакого лайнинга с таким персонажем, как Урса. VGJ Storm сразу же забирают Энигму. Есть один нюанс. Это как раз все история двух, трех, четырехмесячной давности и как раз тех самых времен, когда Virtus.pro с этим самым Урсой и побеждали. Сейчас немножко изменилась ситуация, и на сложную к тебе уже не приходит там один какой-то одинокий брюмастер, который ничего не может. К тебе приходит дабла, как правило, очень напряженная, частенько из двух ренжевиков вообще. И ранний пик Урсы, в общем, он в какой-то степени опасен, потому что, увидев Урсу, грамотный капитан не будет просто брать героев, которых Урса контрит. И в итоге... ты не сможешь как бы нигде создать доминацию с этим героем. Ну, как бы, бывают ситуации наоборот, когда набрала команда каких-то андерлордов, алхимиков. Я вот вчера такую игру комментировал. OG против Vici Gaming играли, и Vici Gaming взяли алхимик, андерлорд. А у OG последний пик, они просто закрывают Урсы, и все. И два героя уже на карте вообще не могут пойти ни на одну линию, потому что везде этот медведь. А здесь вот, да, Энигма, и вполне вероятно, мы дальше будем видеть тоже ренжовых разнообразных героев. Ну, посмотрим. Да, Энигма очень, конечно, сильно Урсе мешает. И на лайнинге, и по игре, в принципе, тоже не очень комфортно ты себя чувствуешь. В Блэкхолле ультимейт нажать нельзя, даже с Аганимом, потому что Блэкхолл дает Сайленс. Если я все правильно помню. Вот в Хроносфере, например, можно нажать ульт Урса, если у тебя есть Аганим, а в Блэкхолле уже нельзя. Да, баны. Минус Дроу Рейнджер, минус Дарк Виллоу на второй стадии, минус Сайленсер, минус Инвокер от Virtus.pro и VGJ Storm. Соответственно, Сайленсер по понятным причинам в бан отправляется. Герой, во-первых, метовый сейчас на Интернешнале, а во-вторых, герой контрит, в принципе, и Некрофса, и Энигму. Некрофсу хочется побольше спамить первым скиллом, вторым скиллом, и он настакивает себе эту курсу, дэмэдж получает, замедляется. А Энигма, ну, это фактически невозможно играть Энигмой против Сайленсера, если вы темп держите хороший друг с другом, потому что как только ты даешь блэк-кол, там сразу же глобал. Неважно, есть БКБ, нет БКБ. Все верно ты говоришь, и, кстати, довольно даже интересно, что Шторм взяли первым пиком Некрофоса, а Virtus.pro не ответили сразу с Сайленсером, потому что это вроде как сейчас такой вот закон. Ну, если да. У противника есть Некрофос, ты берешь Сайленсера. Если у тебя есть Сайленсер, противник не берет Некрофоса, ну и наоборот. А здесь вроде Шторм взяли сразу Некрофоса, можно было ответить Сайленсером, но вот решили Virtus.pro под Чену приколоться. Да, забрали Вингу, тоже очень популярный саппорт сейчас на Интернешнале. Более того, он контрит Энигму до появления Линкенсферы на Энигму, соответственно. Так что какой-никакой механизм у Virtus.pro против Энигмы есть в данный момент. Клинкс не в бане. Вот мне кажется, здесь Клинкс очень неплохой герой для Шторм. Может быть, не сейчас, можно попозже. Но... потому что он ест крипов Чена. Ну, смотри, очередной рендж против Урсы, который не может Урс просто прийти к Клинксу и сказать: здорово, я тебя буду кушать. Ты там не дойдешь до него просто-напросто. А еще и Чен, да. То есть здесь удобно очень играть. Постоянно Чен крипов вводит для тебя фактически. А знаешь, мне очень нравится Crystal Maiden вообще в этой стратегии. Тоже хороший очень герой. Хороший герой против Чена, опять-таки, в первую очередь, Урсу достаточно легко кайтить, если ты, конечно, прячешься, и, ну, вот, собственно, и она. А для Энигмы тоже очень важно получить дополнительную ману. Так кажется, что ты можешь купить манго, потом ты берешь Soul Ring, и тебе маны всегда хватает. Но на самом деле на Энигме хочется не просто идолонов спамить, тебе хочется подойти на линию, дать стан, прогнать этого героя, типа
покоцать его этими идолонами, там кинуть розочку где-то там за вышкой, чтобы видеть телепорты, которые будут эту вышку дефать. Ну, в общем, поспамить иногда хочется. Поэтому Crystal Maiden и Enigma очень четко будет тут помогать своей аурой. Пугна у Virtus.pro. Пугна хорошо заходит вообще, в принципе, против всех трех героев. У трех энтовиков, которые в EGG Storm есть, косты дорогие. Это значит, что вард будет бить больно. Плюс персонаж навязывает серьезный темп. Phantom Lancer. Только что мы наблюдали игру Windstrike против OG, где Phantom Lancer оказался крайне-крайне опасным. И он победил Урсу. Мы не будем говорить, у кого он был, чтобы опять-таки не спойлерить результаты. Ты уже все заспойлил. Так в смысле, я сказал, да что там был Phantom Lancer против Урсы. Я не сказал, for кого он играл. Да. Короче, это должно происходить, мне кажется, вообще постоянно. Как только кто-то пикает Урсу и нет Вивера в драфте, сразу же нужно отвечать по эллам. Потому что это вот прям прямая контра к такому персонажу, как Урса. Там вообще ничего не помогает. Ни БФ какой-то, как мы видели, там приобретал игрок. Ну, молнии, конечно, чуть получше, чем БФ, но все равно работает не всегда. А чем вообще можно ответить? Вот можно ответить спектрой. Каким-то мизером. Ты, ну, нет. Спектрой, серьезно. Ну вот, или чем-то подобным, но, ну просто понимаешь, закрыть себя в ситуацию, сейчас возьмешь на такого мидера, банит... Они тинкера хотят пикнуть? Банит Никса. Они хотят тинкера. Может, это байт на бан тинкер? Ну, то есть, как бы ты банишь, ты Никса, и как будто бы, как бы это намек. Тут я бы еще сказал, что вдруг они хотят Медузу взять, но Медуза против Лансера не работает. Медуза против Лансера не работает. Не работает. Фантом-лансер, иногда Медуза кажется, выиграет, что работает, но на самом деле нет. Не работает. На самом деле работает в обратную сторону. То есть Phantom Lancer это контра к Медузе, а не Медуза контра к Phantom Lancer. Типа можно попробовать сыграть с каким-то кункой, но все это на самом деле... Вот это работает до поры до времени. Да вот только Лансер покупает себе Тараску и уже не работает. Потому что у тебя Тайтбрингер с КД, а у Лансера иллюзии не заканчиваются. Не с КД. Ты просто не можешь их убить. И пока у Virtus.pro просто нечем убить. И я как бы... В общем, я за ультимативный лейт голосую, на самом деле, для ВП. То есть, ну или Тинкер. Окей, вот раз его не забанили, можно взять Тинкера. А в EGG Storm могут просто этого Тинкера закрыть сейчас. Зевс или Шторм Спирит хорошо заходят в их пик в данный момент. Ну да, у ВП... А подожди, какой? У них уже три кора. Тут... У них Phantom Lancer и Enigma Necrophos тут не может быть ни Зевса, ни Шторм Спирита. Я тут уже и, ну как бы, точнее, уже и Урса на четвертой позиции играют, поэтому... Нет, Урса на четвертой — это дефолт, но вот появляется Тини, и что-то мне подсказывает, что это именно Тини саппорт, а не какой-нибудь там Necrophos или Лесной Enigma. Думаю, что в EGG Storm открыли трех своих коров до третьей стадии драфта. Ну, Virtus.pro сейчас полностью видит пик соперника, и они могут оценить ситуацию и выбрать максимально правильного героя. Тинкер здесь будет заходить хорошо, потому что, в принципе, Тинкера ловить особо нечем. Есть неприятные герои типа Enigma, который кладет Midnight Pulse, и он видит область, куда там Тинкер телепортировался за деревья. Но, опять, очень сильный Тинкер, рукастый, которым, собственно, No One и является, он не допустит такого, его вряд ли так легко будет поймать. Тинкер подойдет, да. Тинкер, на самом деле, очень хорош против Necrophos'а. Прям Necrophos'у очень неприятно. И, соответственно, Лансера тоже он в какой-то степени контрит, но все до... Вот если Лансер доходит до 25 уровня, уже не работает. Тяжеловато. Ну, в принципе, с тобой согласен в данной ситуации, по данному вопросу. Разве что добавлю, что когда Тинкера нечем ловить, он, по-моему, работает хорошо всегда. Это правда. Вот если у тебя нет героев, которые против Тинкера плюс-минус хорошо работают, но это вообще Doom. Опа, и тут... Любопытно. Получается, все-таки Пугна мид, да? No One будет играть на Пугне, Паша на Думе, ну, очевидно, Соло на Винге, и Роджер будет шпилить на Чене. Один из первых Думов на турнире, и... Ну, ВП рискуют, короче говоря. Да, значит, по поводу матчапа Doom плюс Чен против Phantom Lancer, я думаю, мы поговорим, когда начнется игра. Разве что добавим, что Doom отлично работает против Enigma, опять-таки. То есть Linkin Sphere уже не является каким-то ультимативным решением для выдачи блэкхола. Тебя могут сбить линку в БКБ с вапом и дать Doom. Или наоборот это может великолепно произойти. Сейчас все скиллы дадим в Enigma, а Lancer... А да. Что делать, если Linking блэкхолит? В общем, да... Пускай блэкхолит. Тут как бы ситуация такова, ну, очевидно, Virtus.pro идут на серьезные риски. Эту игру невозможно практически выиграть, если ты Virtus.pro. Ну, не практически, ее в принципе невозможно. Если, ну, как бы она доходит, я так скажу, перешагивает минуту за 35-ю. Тут лансера в принципе убить нечем. Вот
Ну, то есть лансеру достаточно купить самому, даже линку можно купить в этой игре, чтобы вообще ничего уже не бояться. Да, таргет способности у Virtus.pro вообще есть таргет способности, но... В лансера ими невозможно попасть. Да, 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 вот этим станом винги каким-то, да, поди, да, попробуй попади это в него. Все невозможно. Доппельгангером доджит. Урса ни с какими предметами не вывозят лансера. А как бы, а там еще и очень неплохой саппорт в виде как раз-таки того самого Снейкинга, который в любой момент может заблэкхолить нас всех, и Некрофос тут же тоже, как бы, про него не забываем. Как бы думов всем не хватит, что называется. Да, я соглашусь, пожалуй, с тобой по поводу того, что драфт VGG Storm выглядит более уверенно, более надежно, чем драфт Virtus.pro. Но опять, есть такое звено, как Phantom Lancer, и против него будет стоять Doom. Поначалу, конечно, тяжело. Качается Infernal Blade на Doom, ты его используешь в Phantom Lancer, и в итоге он использует Doppelganger, доджит дэмэдж. Но когда ты Infernal Blade подкачиваешь посильнее, кулдаун Infernal Blade становится в разы меньше, чем кулдаун Doppelganger, который берется в единицу. И ты им начинаешь уже заспамливать. В этот момент подходит еще чен с крипами, ну и начинается просто катавасия какая-то, Phantom Lancer становится слишком сложно. Так, тут забег в смоке от Virtus.pro. SVG сейчас его увидит, но сможет ли он убежать, он очень медленный, это же Crystal Maiden. Но мне кажется, он уже никуда не убегает. Похоже, похоже на First Blood, там еще первый скилл чена, замедление очень сильное, клэп от Рамзет. О, доджер. Ну, это всего лишь продлевает ему жизнь ненадолго. First Blood для Рамзеса. Хорошо, что Core забирает ФБ в данной ситуации, конечно же. Конечно же. И курьер что-то тащит. Тут топорик уже и манго. Для Урсы. Топорик, конечно, нужен, да. Чтобы пластить крипчиков было поудобнее. Тут какие-то у нас начинаются перетяжки. VGG Storm понимает, что будут стоять в боте. Бегут в бот. Phantom Lancer бежит топ. Ну, мне кажется, резолюшну поудобнее было бы стоять против Дума. Они Дума, подумали, а видимо, что Урса будет снизу, раз они так в смоке забегали, видимо. Ну, в общем, сейчас это постоянно происходит. К сожалению, мы не находимся в TeamSpeak'е там с игроками, чтобы понять, как они сейчас думают. Но мне кажется, что Virtus.pro немножко перехитрили. И, кстати, еще и три руны забрали. Да, приятно. First Blood плюс три руны. Такое определенное преимущество уже есть за... команды из СНГ региона. Рамзес типает резолюшена, братишку. Ну и МСС подходит в топ, видит там Роджера. На определенные мысли это, наверное, уже наталкивает команду VGG Storm, что Enigma они поставили против Дума. Против Дума и Винги, кстати, что самое забавное. Соло вместе с Пашей. Обычно Паша с Роджером играет, а тут Соло будет играть с Пашей. Ну так вот, перехитрили. Всех, да, и Лансер отрывается вниз. Ну все верно. То есть Virtus.pro обманули. Ничто не мешает Virtus.pro самим спорталиться в вот. Да, сейчас ничто не мешает вообще. То есть сейчас они могут... Ну, по-моему, здесь и так неплохо. Смотри, Резоль уже проседает на полстолба и... Больно ему. Ну, да, я согласен. В принципе, Резолюшену поудобнее стоять будет против Дума, но это... Ну, как такое. Бы знаешь, сильный игрок, сильная команда и вообще все-таки больше играют от своей игры. То есть то, что Резолю будет менее удобно против Урсы, окей, но и Урсе будет менее удобно тут стоять все-таки. Ну, такая длинная линия, тут всякое может произойти. Лучше дать Урсе full free farm там на легкой. Хотя full free farm, кстати, против Enigma может и не получиться. Может и не получиться. За Enigma придется бегать, дайвить. Тут Рамзес может определенные трудности... А, дерево же в качестве Рамзеса. Да. Тогда да, тогда никаких проблем. Так можно было бы тоснуть куда-нибудь там прям под вышку и пытаться, по крайней мере, заставить потратить ресурсы. Важно, что он ноуван. На самом деле на этом турнире ноуван не лучший, в общем, свой турнир пока проводит. Частенько даже он умирает в соло против вражеского мидера без какой-либо поддержки и так далее. Это на ноувана не похоже, и очень важно, как он здесь отстоит. Потому что все-таки Virtus.pro свою игру строит от Вовы, и если у него игра не идет, то у Virtus.pro как бы она тоже, как правило, не клеится. Немножко не везет Virtus.pro с крипами. Во-первых, Чен находит, ну, волк за ним бегает, он... Фактически ну ничего, да, кроме как урона, не дает тебе там потыкаться, поразмениваться можно. И Паша мы видим в боте, пока что Деваур не вкачивает, но как только он его вкачает на сильном спамне, он не найдет сатира, который так сильно бафает Дума. Фактически, если ты находишь сатира, это выигранный лайн получается для Дума во многих матчапах. Ну да, такая рулетка у Дума на самом деле получается. Надо что-то, кстати, с этой рулеткой сделать, потому что действительно не очень комфортно играть против Дума, который находит этого сатира, а потом, когда ты решил взять Дума, у тебя там совух какой-нибудь стоит, там тролль. Как говорится, везет тому, кто везет, и элемент рандома в любом спорте, а в киберспорте так уж и подавно.
Ну, пока Рамзес чувствует себя уверенно, 18 крипчиков добил, наверняка какие-то из этих холстритов это идолоны, которых он клэпом добивает. Но за идолонов, я тебе так скажу, не намного меньше золота дают, чем за простых. О, МСС, кажется, допустил ошибку. Здесь его подцепили, он выкидывает Урсу, еще одна тычка, ну, дополнительный дэмэдж там под первым скиллом. Роджер должен заходить, так что вообще никаких шансов у МСС выжить не было. Пытался SVG отпулить крипов, у него ничего не вышло, рейнджовый обратно возвращается на линию, ну а соло двух милишных отводит, не дает им спулиться на нейтралов, скажем. Да, то есть, я говорю, самый, возможно, бесполезный крип для Doom, вот этот кентавр. Кажется, стан это здорово, но и клэп Урса, и Савух, и все что угодно лучше, чем кентавр. Клэп Урса это вообще неплохой скрип, да, я тебе даже так скажу. Это второй по полезности крип. После, да, после. Сатира, пожалуй. Сатир просто тебе еще шоквейв дает. Сатир, да? ХП реген, шоквейв. Вот тут пошел, кстати, Савух, которого можно легко задизейблить чем-нибудь, чтобы он перестал уже колдовать торнадо. То уж больно неприятно против него стоять на линии. Дэмэджа много наносит, замедляет. Ну, нынчик пока на центре проигрывает по КСу Евару. Евар, ну извините, Евар тренируется, знаешь, с кем? Знаешь, с кем? Сумаилом. Сумаилом. Да, это очень интересно. То есть, на самом деле, Евар имеет очень крутого спарринг-партнера у себя дома, так сказать. Да. Так, в топе сейчас будет небольшая заварушка. Снейкинг откидывается Малефайсом, он замедлен, пытается добить хоть каких-то крипов перед смертью. О, МСС отлично играет. Отлично играет, но как же блочит Роджер. Да. Очень круто. Это фраг для Virtus.pro. Вопрос, сколько они ресурсов здесь еще потеряют. Рамзес вгрызается в идолонов, забирает двух. Ну там, по 22, да, золото, да, за идолонов. Очень приятно. В боте у нас Ромка Резолюшн развалил Вингу, нападает еще на Пашу, но Паша отстанивается и уходит. Тут появился Сатир. Да, везет Паше. Наконец-то. Везет. И сейчас линия эта будет стояться очень бодро. Вообще, ну, вот, у Резоли уже огромные проблемы. Он разводит на иллюзию, и в итоге... Хитро, конечно, да, у него получилось, потому что, ну, соло повелся, мог бы и станчик выдать, на самом деле, в настоящую. Сейчас бы еще и запинать могли бы Резоли. Потерял много, конечно, здоровья Резоль, отправляется вместе с SVG, так в топе у нас фраг Роджер, ого, причем где его поймали. Очень-очень глубоко за ним отправляются в лес Virtus.pro, ну контролировали руны, очевидно, здесь ВП, и видели Тини, решили, почему бы, собственно, и его не забрать. Да, пока у Ноуана дела обстоят не самым лучшим образом, мы видим, как он там Шрайн активирует. Наверное. Или что он в лесу делал? Наверное, Шрайн активировал. Не убежал бы же он с мида. Ну, вместе с Думом, да, они там на двоих распили, так сказать. В одиночку не так интересно, как в компании заниматься. В одиночку вообще нельзя пить. Нельзя. Если уж на то пошло. Вот, поэтому они тоже как бы скооперировались. Ну да, Явар красиво, кстати, выигрывает. Да, Паша играет, разводит на Доппельгангер. Только сейчас кастует Infernal Blade, пошел Шоквейв. Резолюшн пытается отступить, соло подходит, но стан скинуть он, скорее всего, не успеет. Или успеет. Ну тут SVG может дать просто сейчас колбу в соло, и соло умрет. А нет колбы. Нет колбы. Резолюшн Доппельгангера еще не будет целых 7 секунд. Он проедает дерево, у него откатился Квилен Блейд. Сейчас Шоквейв будет манга у Паши. И Шоквейв. Опа! Хадуген! Жестяк. Можно еще SVG немножечко тут подрезать, но он уже за вышкой. Да, SVG что-то без кубика, довольно странная история. Не забрал в итоге фраг. Так, конечно, бы он соло убил просто под вышкой, вышка бы начала бить. Был хоть какой-то размен. Кризоли отдали и... Ну что, хорошо для Virtus.pro. Хорошо для Virtus.pro, но в целом ситуация это не меняет. Phantom Lancer по-прежнему фармит. Если бы он на регулярной основе щемили в боте... Так, тогда две ладно. Урсы выходят сверху, два Урсача. Ну... Три! С Рамзесом. А, да, действительно. Действительно. Но ничего полезного не получилось. Еще одного Урсача потеряли. Еще одного крипа потеряли. Роджер немножечко подфидил. Тяжело было не подфидить, конечно. Там Тини уже неплохой дэмэдж наносит своими филами. Четвертый уровень скоро получит МСС. Снейкинг пятый. Будет делать Мидас. Редко, когда мы видим, чтобы кто-то на Энигме играл через Мидас. Сейчас обычно берут Доминатор, но здесь есть Чен, и как-то уже Доминатор, ну, что-то не хочется брать. Да и VGG Storm, видимо, чувствует уверенность в том, что смогут затянуть эту игру, да. Спешить некуда. Не, ну у них такой пик, им действительно спешить некуда. Вот они тоже прекрасно понимают, что называется, лейт за ними. Главное
просто не проиграть начало-середину, можно взять и Мидас. Я, в общем, за этот выбор. Мне кажется, он даже очень неплохой. Тем более, есть чем драться. Герои такие у VGG Storm, у них сильные саппорты, которые могут скиллами откидываться, спейсить. И мидер достаточно опасный. Плюс этот мидер мид не проиграл. Очень неприятно играть Энигмой, когда твой мидер мид проигрывает. А такое частенько случается, потому что ты стоишь под вышкой, фармишь, а два вражеских саппорта приходят в мид и начинают твоего мидера. На миде огромные проблемы могут быть у Явара. Ну, на него как бы со всех сторон все выходят, но не забываем, это Некрофос, могут быть сейф ТП, у него есть стики, у него очень много всего, и уже летит Ти. Он ничего не успел. Ну там декрип. Боже, как же он лопнул. Да, тяжело, понимаешь, ты либо нажимаешь декрип, чтобы засейвить себя от физического урона, получаешь бласт и умираешь, либо Пугнос сам тебя вообще бластует. Тысяча жизней, она просто лопнула куда-то. Точнее, не декрип, а госшрауд, да. Пугно может декрип. То есть, в принципе, что так, ты дополнительный магический урон получаешь. Ну там под пенитенсом, под декрипом. Бласт Пугна отнял, там какой-то просто космос. Да. Забавненько. Ходит еще раз, кстати. Притом, Явар мог поражать чуть пораньше стики, но мне кажется, он тоже не ожидал. Он думал забайтить там. Находят МСС Роджера. Роджер откидывается скиллами, которые есть у его крипов. И попытка забрать МСС. МСС. Дэмэдж, это просто кошмар. Коса исключительно, чтобы сбить лайфдрейн. Но МСС все равно... Не умер. Это был рейндроп, да. Урса давит тем временем в топе, пытается убить Снейкинга. У Снейкинга нет блэкхолл, он мог бы попытаться засосать Рамзеса и выиграть немножечко времени, но неужели Рамзес не добьет? Пушит елку, бежит за ним до конца. Есть стики, которые, может быть, дадут ману и... Роман. Его же могут встретить сейчас. Ему могут встретить ему сейчас. Ему везет, что действительно его никто тут не встречает. Это просто сейчас был бы такой эпик фит, если бы он умер. Было бы неприятно. Хорошо, Рома в итоге выживает. Резолюшна пытаются убить в боте. У Резолюшна есть Доппельгангер. Он должен байтят. Байтят этот Доппельгангер No One. Грамотно, однако, играет Резолюшн, не кастует его до конца. Пошел первый скилл Чена. Роджер, ну, крипами работает, но этого не хватает. Резолюшн в итоге выживает. Приходит Снейкинг. У Снейкинга есть Блэк Холл, есть Манга. Он может использовать здесь Блэк Холл, однако No One уже телепортирует на базу и остается убить только Чена, на которого Блэк Холл, естественно, тратить нет никакого смысла. Цемку кидают прямо на Вингу. Винга получает замедление, получит кубик и тоже должна умереть. Должна, по идее, но не факт. Посмотрим. Не факт. Выживает. Солнце довольно плотно и получилось убежать. Рейндроп работают. Ну, да, опять немножко загул. Загуливают Virtus.pro. Слишком агрессивно и аркадно даже, может быть, играют. Понимают, что им нужно играть подобным образом, иначе они попадут в такой темп, в котором они будут слабее просто. МСС подкидывает Дума. Дум с 6-м уровнем. Только ему нужно Soul Ring нажать, чтобы достануть свой ультимейт. Не хочется, конечно, тратить ульт на саппорт Тини, поэтому убивают его простыми способностями. А вот Резолюшну можно было бы задумить и убить, попытаться. Было бы здорово. Так, No One видит SVG, у SVG большие проблемы, у него ТПшки нет, ботинки нет, ничего нет. Какие же кусманы отрывает этот бласт? Да, неприятно, сейчас будет еще один. SVG тут пытается, конечно, мансить, но от бласта не помансишь, по области бьет. Да, и пока Virtus.pro отлично справляются на лайнинге и на первых передвижениях, все у них очень неплохо. Я бы сказал, что это, в принципе, ничего не значит, надо посмотреть, как в мидгейме себя Virtus.pro покажут. То есть очень много зависит от Phantom Lancer. Он первым слотом собирается Hood of Defiance брать, то есть, возможно, даже где-то придет помочь в тимфайт своей команде. Вот Hood of Defiance плюс Дипуза и Пугни, не Пугни, точнее, а Урсе будет уже очень несладко. Ну, Virtus.pro, это понятно, что пик у них такой, но как бы они сделали то, что должны были. То есть у них могло вообще не очень здорово получиться на старте, например. Сейчас бы мы говорили, а что вообще теперь делать? Но сейчас нормально, потому что они могут, в принципе, дальше наращивать темп. И сноубольт — это вообще про них. Это их игра. То есть выиграть линии и потом просто не давать противнику дышать. И неважно, там лансер, не лансер, просто не давать фармить, убивать, Рошан, вышки и так далее. Посмотрим, получится ли. Вообще, Рошан, кстати говоря, это опция для Virtus.pro. Ведь Урса и Чен в любую секунду можно по Рошана убить. Надо только подготовить площадку. Хотят в VGG Storm затрейдиться вышками. В боте они тир-1 уже потеряли. Активируется Fortification Virtus.pro. И Рамзес дефает всех идолонов, всех крипов. И очень опасно, конечно, было бы драться за этот тавер, потому что и Пугна мог чисто теоретически сделать телепорт туда. Да, божественно играют Шторм на данный момент, потому что они не собирались ничего трейдить вообще. Они просто сделали спейс. Притом, как аккуратно и выверенно. Они пришли, сделали вид, что они тут что-то пушат, и ушли. Ни ТП-шек не понадобилось, ничего такого. Они просто ушли спокойно и дальше фармят. А Virtus.pro стянулись, а лансер все это время на фрифарме снизу. То есть очень грамотные действия по макро, на самом деле, сейчас от Шторм мы наблюдали. Посмотрим, что будет дальше.
Да, Doom телепортируется в бот. В миде хотят попытаться, по крайней мере, как-то Нунчика подцепить, но он уже слишком далеко. В топе падает вышка, Рамзес, Роджер. Тут крипы или какой-то тавр можно забрать, фортификейшена нет. Что будут делать в ГГ Шторм? Появляется медасик на Энигме. Паша снизу находит Резоля и может ему дать Думского. Так если он даст Думского, так он его шлепнет. Да, и он дает ему Думского, и он его шлепнул. Да, правда, там начинает мансить ПЛ, но он должен умереть. Я думаю, что кажется. Да погибнет. Еще и Хадукин такой вслепую от Паши, он просто понял, где находится. Паша задонатил. И сразу же отправляются в смоуки Virtus.pro убивать Рошана. Нет маски у Рамзеса, поэтому нужно будет кому-то подтанчить, но зато есть... Да, есть крипы, есть медалька, есть террор. Поэтому Рошан умрет очень быстро. Code of Defiance появляется у Дума. Дум левел 9, тоже очень опасный персонаж, кстати говоря, довольно универсален. Дум, он контрит любого, если ему удается повесить свой ультимейт. Так что он будет подкреплять плейт Virtus.pro, если вдруг игра затянется. Ну, Virtus.pro не собираются ничего затягивать. Видно по их настрою и пику, и действиям, что, по-моему, они вот хотят сейчас заканчивать уже очень скоро. Пошла игра от Virtus.pro, которую мы привыкли видеть. Доджит Avalanche Рамзес блинком своим. Не торопится Virtus.pro нападать. Им бы начать драку со свапа какого-то грамотно. Но Ванчику бы воткнуть вард, чтобы в ГГ Шторм не могли нормально скиллы кастовать. И тогда уже можно действительно в какую-то авантюру прям пуститься. Но просто сломя голову бежать на игроков в ГГ Шторм Virtus.pro пока не хотят. Они понимают, что чуть стоит неудачней сбросить кнопки, чем есть на самом деле. И они проиграют тимфайт. Блэкхола также нужно бояться. Его не всегда есть чем сбить. Стан потратили, свап потратили, дума нет, и все. Разве что крип какой-то с рейнджовым дизейблом мог бы помешать. Да, но Снейкинг пока, конечно, Black Hole не думает даже кастовать, скорее всего, потому что с медасиком там не разгуляешься. Но с этим медасиком он подфармливает очень даже неплохо, и довольно скоро блинк уже появится. Ну, Virtus.pro со всех сторон просто оккупирует нижнюю вышку. Ну, не нижнюю, точнее, наоборот, левую вышку, да, так скажем. Топ-вышку. И она очень быстро упадет. Тут как бы обороняться нечем. Обороняться нечем, и я не удивлюсь, если еще... Так, это Fairy Fire валяется, я уже думал, кто-то шмотки выбросил в этой игре. МСС получает очень много дэмэджа от Урсы. Урсу тосают. Евар один здесь против Урсы, ну, никак он не может пободаться. И просто отступает. Рамзес поковырял синий и... Собственно, продолжает фармить дальше. Резолюшн что имеет? Имеет 1000 золота, которую он может потратить на нож агильный для диффузов. Бежит к баунти руне, а тут No One, который ставит вард. Делает топ-аут Резолюшн. Чуть-чуть не хватает. А что? В итоге этот декрип сыграл злую шутку. Да, возможно. Да, Рамзес, да. Может быть, ему бы хватило урона. Ну, нет, не точно, но в любом случае Резоли очень сильно мешают, конечно, фармить. Снейкинг терпит. Слева. Так, разворачивается очень неприятная драка для Virtus.pro. Ультует Crystal Maiden. Роджера уже придется похоронить. Паша старается выжить, но он довольно быстрый, с фейзами, с землей проклятой. Он очень быстр, и у него еще там талант на move speed, а не на лечение. С огненной земли, с проклятой. Он прям совсем как ракета. Входит в драки и выходит из них. Да, ну на самом деле потеря Чена небольшая потеря. Единственная проблема, что сейчас можно вышку потерять сверху, потому что позицию Virtus.pro как бы не имеют на оборону этой вышки. Всем в пятером сейчас сюда тыпаться как-то не с руки, и мне кажется, просто вышку отдадут. А это не очень приятно. Вышка сейчас это много для Шторм. Вышка это в первую очередь пространство хорошее, чтобы можно было в топе как-то играть. Вижен какой-то удобный расставлять. Бежит соло на перерез к игрокам в ГГ Шторм. Здесь же подходит Doom. Резолюшн отступает. Его могут попытать. Ну, нет, застанет его будет слишком сложно. Однако соло байтит Доппельгангер. Угадает? Угадывает. И станет. А тут должен быть Doom. Тут есть Doom. Паша пока хочет убедиться, что это настоящий Фантом Лазер. Так и есть, это настоящий Фантом Лазер. За ним бегут. Помощи никакой нет. И заденает его никто не в состоянии. SVG идет, бежит, пытается. Не получится. Здорово сыграл соло, конечно, здорово. Молодец, да. Поймал Резоли на... Ну, Резоль, конечно, мог сыграть получше, мог не развестись, что называется, но... Да, в принципе... Соло очень развел. Соло, во-первых, свапал, да, сначала. То есть, ну... Короче, можно было Доппельгангер этот засейвить. Я попытаюсь просто лаконичнее выразиться. Да. Так, ну, так и есть. Тем не менее, все-таки это в первую очередь классная игра от капитана команды Virtus.pro. Да, согласен. Падает очередная вышка в миде у VGG Storm. Легко эту вышку забрать с бластами, с крипами. Здесь еще два таких пурж сатира, которые, если что, декрип Евара позволит снять.
Надо бы попуржить, вот и пурж. Да, вот и пурж. А вот и Снейкинг, он ползет со своим блэкхолом, сейчас засасывать будет. Засасывает Пугну, Пугна отправляется в таверну. Кристал Мейден потратила свой ультимейт. Довольно неприятно Рамзесу здесь находиться. Драк разделяется на две части. Соло щемит вместе с Пашей Снейкинга. Снейкинг отправляется в таверну. Роджера также убили немножечко в другой стороне. Рамзес может попытаться реализовать свой Егис. Он еще очень долго будет у него в инвентаре находиться. Он грамотно использует ультимейт свой. Паша дает Infernal Blade, дает клэп, но пробить МСС не получается. Явар без маны бежит, но, по крайней мере, он может потыкать. У него есть фейзы, у него есть хороший дэмэдж. На 10-м таланте он взял талант. На 10-м левеле он взял талант на дэмэдж. И Паша пытается просто отступить. Клэпает. Ну, нет, тут ему не уйти, скорее всего. Там погоня, кстати, продолжается еще. Засол, я все это время смотрю за этой погоней. Вот она. Есть допельгангер у резолюшна. Подходит Роджер уже с респауна. И руна регенерации. Прыгает Рамзес. И должен добить он резолюшна в этой ситуации. Да, так и есть. Руну регенерации хорошо бы засейвить для Рамзеса, но ее разбивают игроки в EG Storm. Неужели будет еще одна драка здесь? Подходит No One? Ну, не думаю. На самом деле, Резоль, конечно, сейчас не самую качественную игру показал. Ну, ему не нужно было так делать, зачем ему этот фраг? Ну, вообще, я смотрю общий Fight Recap и вижу то, что в EG Storm заработали 1800 золота. Нет, они что это 4 супер, в 2 размена. Они супер круто все сделали. И, ну, либо же, наверное, все-таки Virtus.pro не супер круто. Ну, Virtus.pro полезли в драку, например, с кулдауном на Думе. Если бы там в самом начале этой всей драки Дум повесили бы на Некра, который так и не умер, если что, то вообще, возможно, они бы в ноль ее выиграли. Сразу бы просто стерли Некра за секунду и дальше как бы пошли бы разбираться. Но Дум-то не было. Они в итоге как бы и блэкхол у противника, и все вообще да, самый, на земле. Самый серьезный дэмэдж у Virtus.pro, это, наверное, Пугна все-таки двумя, там, тремя способностями No One дамажит соперника, вардом, лайфдрейном и бластами, плюс у него есть Veil of Discord, и плюс он по области бьет, то есть он может там четверых, пятерых зацепить, и в целом за драку он больше дэмэджа наносит, чем тот же самый Урса. Но No One попал в блэкхол, его очень быстро убили, и... Не получилось Virtus.pro там чуть как удобнее, чуть получше разменяться. Молодцы, штормы отправляются в топ сплитпушить, понимают, что ботом задефать уже никак не получится. Дают его на съедение Рамзесу, Соло, Паше и Роджеру. Ну это, кстати говоря, драка была без диффузалов на лансере. Если бы был диффузал, на самом деле, возможно, все было бы вообще печально для Virtus.pro. Но нужно еще раз отметить тот факт, что на самом деле Virtus.pro провели всю драку как-то не очень здорово. Если они будут группироваться лучше, лучше использовать способности, то вообще они сейчас намного сильнее. И вот они просто пушить идут, потому что нет блэкхола, как минимум. Как минимум нет блэкхола, а у Паши есть пайп, у Паши есть свой ультимейт. Причем ультимейт должен быть, по идее, второго уровня, но он пока в единичку. Может, там что-то Паша подкачал, то не скликнул, непонятно. А может быть, так и надо. Хотя сомневаюсь в этом. Немножко странное действие от МСС. Да. Падает Т3. Уже можно идти забирать шрайны, но Virtus.pro не намерены отступать. Спамит скиллами. Пошел Midnight Pulse от Enigma. Все крипы чем зачем-то умирают тут просто так, мне кажется. Можно было как-то их одна тележка бьет рейнджовый брак. Соло отправляется байтить. Его сразу же тосуют в центр замеса. Ультует Некрофос, но он не добьет Соло, конечно же, потому что Роджер помогает своим ультимейтом. Свап от Алексея Березина. Паша размахивался на свой ультимейт, но отменил его. Очень мало здоровья у милишного барака. Сюда подходит Ромка Резолюшн. У него есть диффуза и очень опасно здесь сражаться. Но надо добрать этот милишный барак. Буквально еще пара бластов. Противикейшна нету в EG Storm. Отступает Virtus.pro. Чуть-чуть, буквально перегруппировываются, ждут крипов. Варкс, нужно дефать. Ай, как же они хотели хитро сыграть. Неужели No One выживет? Нет. Его барак он сломал. Он барак сломал, да, в итоге. Да, барак он сломал. Они хотели, ну, собственно, отправить его на базу, чтобы он и сломал барак, и выжил. Но дэмэджа было слишком много. Ну, что хотели, в общем-то, то и сделали, разве что он не отправился на базу. Ну, хотя нет, он отправился на базу другим путем. Но на самом деле оно того стоило, пожалуй. Хотя... Эти вот подобные фиды за бараки, они чреваты. Потому что, да, окей, бараков-то нет, но вы только что накормили опять того же лансера очень даже неплохо. И вообще. Но не очень много потеряли Virtus.pro, только двух героев. Вот иногда бывает, что в пятером умирают за там последний барак. Это точно того не стоит. И это точно того не стоит. А тут два персонажа, при том еще кого-то там они тоже успели убить. То есть какие-то размены дали. И вроде Рамзес бы нормально. Бежит убивать Снейкинга, но... Боится, что он там не один. Если прокнет баш, однако Рамзес прыгает, Снейкинг реагирует, отблинкивается. Вообще, это было супер сейчас рискованно. Не да, знаю, это было супер знаю, рискованно. У Virtus.pro есть небольшой вижен в этой области. Может быть, где-то Рамзес видел еще тиммейтов Снейкинга, которых он боялся, собственно. То есть, в таких ситуациях игрок играет исключительно от вижена. То есть, какой он информацией на карте обладает, так он и действует. Но видимо, Рамзес кого-то где-то видел.
Или либо аркада, же играет аркада. Как аркада, да, то есть да. В покер играет, что называется. Блефует, блеф. Как будто бы я сам тут не один. Сейчас мы тут всей толпой на тебя навалимся. Так иногда делают. Ну как бы, а что делать? Иногда нужно пытаться обмануть противника. Как угодно. Так, тут Снейкинг, между прочим, с блинком, и БКБ у него довольно скоро. Да, конечно, там все еще есть Дума, все еще есть свап, но можно подгадать момент, когда скиллы эти в кулдауне, либо же заварить, что называется, и Вингу, и Дума, и все очень здорово Вингу сделать. Вингу и Дума, конечно, проблематично заварить, но кого-нибудь одного из них, в принципе, точно можно поймать. У Паши есть невидимость, есть Shadow Blade, и он находит МСС, отдавать мне ульт он это не лучшее. Кстати, у Паши крип с сеткой, который также помогает сбивать блок. То да. есть ресурсов, которые помогают бороться с блэкхолом, и Virtus.pro становится все больше, больше и больше. На стадии драфта мы забыли отметить, что Чен также может набрать да. троллей. Но не набрал. Но не набрал, пока не набрал. Нет. Вполне вероятно, что... У него лесной стак Урс, Лего и этот вот Кобольд, который с винищем ходит, мой любимый крип. Это Игорь Николаев. Да, он чилит на своем респауне и попивает винцо, пока все вокруг воюют. Это самый главный... Это король доты, на самом деле. Да. Подходит Паша в Shadow Blade, его находят, пытаются замесить вот сразу же и замесят, пожалуй. Нужно дать ульт Некрофосу, ульт Чена. Паша переживает ульт Некрофоса, но слишком много дэмэджа здесь. И... Ну, здорово, что он пережил ульт Некрофоса, но не здорово, что он в принципе умер, потому что время для Virtus.pro тикает. Вот те 40-80 секунд, то есть пока сейчас Паша спавнится, пока он куда-то телепортнется, соберется с командой и пойдет, наверняка у Снейкинга уже появится Блэкинг Бар. Да. Да, так и есть. То есть это очень неприятные смерти вот такие вот. В такой ситуации, в которой Virtus.pro, у них все отлично, да? Но вообще-то говоря, смотрим, перевес 2000, а лансер все еще на стороне Vici Gaming Jeremy Storm. Он никуда не делся, и он фармит. Супер жадно, кстати, играет Enigma, берет себе талант на ГПМ, покупая Midas. Талант на КДР также дает тебе возможность быстрее фармить, потому что Midas тоже быстрее откатывается. Но в целом, чтобы максимизировать количество получаемого золота, выгодно брать и Midas, и талант на ГПМ. Ну да, просто КДР — это не только Midas, это и все остальное. И все остальное, да, то есть это и Black Hole, и Пульс, и Эдалон, и там и БКБшка та же самая, и Блинк, что, кстати, тоже очень важно. И потом потенциальный рефрешер и так далее. Так что вообще КДР лучше, но тут он принимает решение взять здесь сейчас денежку. И вот сейчас будет опасно. Опасный момент. Забирает Рошана Рамзес. Очень неудачный стан для Рамзеса здесь от МСС. В итоге Аегис достается Дайр. Рамзес подбирает Аегис. Сыр пока непонятно у кого. Потом разберемся, кто его в итоге подобрал. Дум на Некрофсе. Некрофс убегает. МСС тосает Урсу чуть-чуть подальше. Рамзес начинает наносить дэмэдж. Однако еще один стан. Резолюшн вгрызается в соло. Честно говоря, не самый такой результативный килл будет для команды ВГ. Снейкинг может дать блэкхол здесь, но там есть Аегис. Очень опасный момент. Прокает баш. Снейкинг все-таки отправляется в таверну. Плохо ноуану. Ноуану рубает БКБшку, начинает откидывать бласты, использует лайфдрен, убивает SVG, форстаф у Евара. Евар все-таки, кстати, украл сыр. Мы видим сейчас, он есть у него в инвентаре, и Рамзес потерял Аегис. Но Рамзес борется дальше. Клэп, еще парочка ударов по тени, два байбека от ВГДЖ Шторм, телепортируется сюда, SVG активирует Рамзес ультимейт, пытается убить. SVG подходит резолюшн, у резолюшна есть диффуза. Здесь можно закопать Рамзеса заживо. Он пытается уйти, прожимает стики, фейзы через секунду буквально блинком избивает, подходит МСС, и это фраг. Ух, жаркая драка получилась. Хорошо, конечно, что Virtus.pro смогли убить Enigma, но даже без блэкхола ВГДЖ Шторма расправились. И денег получили больше, даже несмотря на те два байбека, которые они использовали. Да, плохо. Это как бы они уже получили больше денег, а еще потенциальные сейчас заработки, которые получает лансер, пока там мертвые коры, это еще деньги. То есть на самом деле здесь в огромном плюсе Vici Gaming, и хотя бы еще и потому, что, опять же, время... не в пользу Virtus.pro работает, пока они еще могут драться. Вообще все плохо сделали Virtus.pro в том ключе, что Doom на Некрофоса положили довольно рано, и это вроде как круто, но его никто не убил. То есть он прошел все время Дума, он вернулся и еще раз дал люлей. Что это такое? Да, он фактически убил Пугну, он тычками да. заковырял Ноуана. Ну тычки плюс этот хардстоппер, то есть просто заковырял действительно Пугну. Еще и сыр украл. Еще и сыр своровал. Что делать? Снейкинг, конечно, сыграл не лучшим образом. Зажал блэкхол, и в итоге вообще его не дал и умер. Ну, да ладно.
что называется. Да, кстати, кажется, Resolution допустил здесь очень серьезную ошибку. В него влетает стан, и Resolution умирает. Странный момент. Это не то место, где Роме следовало бы погибнуть. МСС пытается отступить. Без байбека, кстати говоря. Без байбека, да, его шлепнут. У него 14 уровень, всегда приятно убить такого тини. Работает статус Resistance, он очень быстро сбрасывает в себя всякие неприятные замедления и вот прочие дебафы. Но это его не спасает, он умирает. Да, ну это, конечно, открывает двери перед Virtus.pro по забиранию вот этой вот вышки как первой. Минимум, как минимум. Вот ну они, возможно, нет, они это... дальше пойдут 100%. Doom да. есть, но там есть и Black Hole. Спавнится Tiny 40 секунд, PL спавнится 15 секунд. У Пугна есть БКБшка, еще в предыдущей драке Нован показал этот Blacking Bar. Ну и Снейкинг, конечно же, вот он готовится как-то этот Black Hole скастовать, но пока он не видит соло, пока он не видит Пашу, он кастовать этот Black Hole, в принципе, права не имеет, иначе его слишком легко собить. Сейчас он двух видит, но игроки распределились грамотно у Virtus.pro, поэтому использовать БХ нет никакой возможности. Падает Т3 вышка на центре, продолжает Нован бластовать, резольчик начинает откидываться копьями, еще один бласт, еще одни скиллы летят, иллюзиями спамят. Ну, в общем, ребята стараются просто как-то отспамиться. Пока получается у них это слабо. Ломают палку Пугна. Форстафят Нована. Дум уже был потрачен. Остается свап. Еще нужно один скилл выманить Снейкингу, чтобы ворваться. Дума практически забрали. Очень своевременный декрип от Нована. Но Паша все равно погибнет. Врывается Снейкинг. Дает там мидас, кажется, в крипа. Еще и Далонов использует. И за счет байбека Ивара, кажется, удалось задефать мид. Зря он байбекнулся, на самом деле, этого не имело особого смысла. Он поспешил, в общем. Если бы Virtus.pro остались, и еще бы и дайванули куда-то, там, конечно, можно было бы. А так Virtus.pro уже, в общем-то, убегали. Они оставляли Пашу и уходили, понимая, что без Дума, там, лезть на Black Hole и на Лансера не лучшая идея. Так что здесь Virtus.pro круто сыграли. Рамзес хочет пропереться на баш, кажется. Ну, да не, да он даже если пропался, не убьет его. У Resolution слишком много брони. 24 единицы, если быть точным. Плюс у него, ну, то есть он не может зачейнить как-то вот эти дизейблы. Там исключительно рандом, плюс рано или поздно Резоль либо инвиз нажмет, либо дупельгангер скастит. А может быть, он вообще развернется и шлепнет его. Так что Рамзесу действительно лучше здесь не находиться. Лучше не находиться. И понимают сейчас Шторм, что Doom на КД. Doom имеет очень большой кулдаун, поэтому можно и самим даже немножко сагрессировать и, например, напасть на тир-1 вышку. Будут ли ВП что-то здесь делать? Будут. Они уже все здесь, но Дума нет, кстати говоря. Не знаю, может быть, стоило и отдать. Посмотрим, как это все обернется. У Дума есть гем зато, то есть он может как-то попытаться зайти, увидеть Resolution и, может быть, какие-то скиллы скастовать. Врывается Рамзес, баш, прок. Ого! Ничего себе, это было очень жестко. Ой, сейчас можно такой Black Hole дать. Можно, можно, вот... Слишком рискованно, когда нет резолюшена, не хочет, да, в принципе, да. Да, Снейкинг врываться. Да и это особо-то ему и не нужно на самом деле. Ему нужно идти дофармливать свою линкинсферу. Как же не вовремя этот баш сработал у Урсы? Ой, как бесит Дикость. Баша с первого удара, ты бы знал. Ну, там настолько высокая скорость атаки, что он, в принципе, что со второго, что с третьего, как бы считай, как с первого, но все равно не очень приятно такие плюхи ловить. И когда у тебя в команде нет никакого эскейпа, там, не знаю, Глиммера, Солара или там свапа, форстафа, очень тяжело, конечно, становится. Форстаф, кстати, появляется у Тини. Соло подходит наглую, дивардит. Просто на морозе врывается на вражеский хайграунд, убирает вижен там есть. Не успеет Virtus.pro, конечно, зайти на рамп до появления резоля, поэтому вообще решают и не заходить на нее. Да, просто забирает шрайны. Ждут, возможно, третьего Рошана, да, который не так уж и скоро появится. От 2 до 5 минут спаун Рошана у нас. У них хорошая ситуация, я имею в виду у Virtus.pro, в том смысле, что они забрали нижнюю сторону, а это значит, что ему будет легко контестить Рошана. У них позиционное преимущество очень серьезное на Рошане, поэтому им действительно проще всего подождать Рошана. И вот уже с Аегисом, Сыром и Рефрешером, соответственно, заканчивать, пытаться эту игру. Да, дезолятор Урса появляется, очень важный артефакт для того, чтобы пушить в таких моментах. Мы уже видели два эпизода, когда Virtus.pro либо какой-то малейший пиков сделали, либо заставили соперника там Black Hole потратить, и вот они начинают осаждать. Бласты летят, крипы бьют, и когда у Урса будет дизоль, а Рамзес может сам подойти и сам побить бараки, потому что, ну, без дизоля Урса, в принципе, мало тауэр дэмэджа дает. Домики плохо ломает. Это правда. Небольшое затишье. Что там по линкинсфере? Вот-вот появится у Снейкинга. Деньги, конечно, капают у нее чудовищно быстро. Есть медасик, возможно, с ним продаст крипа. Но он уже может покупать, в принципе. Потихонечку, да. Но на байбек тоже но нужно оставлять. Но хочет оставить на байбек, да. Тут это важный момент, потому что
Линка, конечно, круто. Им там сотки не хватает. Линка, конечно, круто, но байбек. Может быть, Аганим. Решающим. Аганим покупает соло, ничего. Ого. Это тот парень, который всегда на дне пищевой цепочки. Нет, они изменили вообще сейчас плейстайл свой ВП. Соло очень часто подфармливать стал. Вот, правда, смотришь так, результаты ты тоже стали не так хороши. Вот и думаешь. Может быть, лучше вернуться к истокам. Соло на Огрмаге дает Бладласт, умирает там нейтралов там. И да, дает минимум денег, выкупается, как правило, практически всегда, потому что на байбек не нужно много тратить. Ого. Да, о, у нас тут... Я не знаю, было ли слышно вам, но я чуть инфаркт. Я тоже. У нас тут тестируется звук на арене, с нами, да. На арене. Да, там. Да, послезавтра уже начинается мейн-эвент. Это правда. Для тех, кто в танке, что называется. Да. Очень напряженная игра, конечно. Просто напряжение витает в воздухе. Virtus.pro занимает хорошую позицию на горе. И сейчас могут подловить растянувшихся штормов, которые на самом деле сейчас очень растянуты по всей карте, вообще не в позиции. Кого-нибудь одного подцепить, но Virtus.pro не могут дотянуться до штормов, потому что они все перетекли просто в свой лес. Плавненько в бот толкают эти линии. Тут нужно все-таки больше ресурсов тратить, да, потому что припыты тут идут сильные. Линкенсфера наконец-то появляется у Снейкинга. Но на байбек у него денег нет. Мы можем включить вообще статистику байбеков и увидеть то, что там только у Phantom Lancer и у Урса есть возможность выкупиться. Вот, кстати, смотрю я так на Вингу, аура в четверку плюс Владмерс. Как же много дэмэджа. Вот у Урсы, у Дума, да. Вот он подходит к Винге, у него плюс 130. Это правда. Еще и Волчару какого-нибудь тут подогнать. Ну, это Винга. Либо от Чена, либо от самого Дума. Ну, Думу, конечно, надо сетку держать, чтобы сбивать блэкхолы. Всегда так было. Но вообще появилась линка БКБ у Снайкинга, конечно, теперь чуть он... Чуть попроще блэкхола кастовать. Намного проще, на самом деле. Достаточно, фактически достаточно засосать туда Дума, да, чтобы скастовать блэкхол. Ну и в целом, да, все. Ну, правда, у Роджера есть троллити. Но он может не дотянуться, не успеть. Тролль медленный, может ренжа не хватить сетки. Он, в общем, на самом деле, этим троллем не так просто сбить. Да, согласен с тобой. Факторов немало. Третий Рошан может очень скоро появиться. Virtus.pro и рады были бы, наверное, напасть сейчас сами. Но они прекрасно понимают, что таймер Рошана может прокнуть таким образом, что драку-то они проиграют и сразу же Рошана отдадут. А там Рошан третий. Не просто Аегис, не просто сыр, но еще и рефрешер для Энигмы или для Некрофоса. И в AGG Storm идут бороться. Идут бороться за этого Рошана. Они хотят напасть в спину. Они, в принципе, не так много сейчас видят. Они видят только соло. Нападают соло. На соло. Станом мажет МСС. Соло готов впитать урон. Он получает Малифайс плюс поле. Ульт Некрофоса ультует. Роджер в итоге соло выживает. Ульт от Кристал Мейден. Чен отправляется в таверну. Свиджи довольно неплохо дэмэдж влил. БКБшку. Пошел Блэк Холл. Отличный. Да, очень много игроков засосали, но дэмэджа в итоге не оказалось нужного здесь поблизости. Рамзес в итоге всех тут, кажется, должен зарезать. Иллюзия Винги вот эта вот аганимная, которой тоже удалось разобраться. Резолюшн активирует, Shadow Blade отступает, подходит Паша. Паша с байбека вешает Дум на Евара. Евар, ну, похоже, ему там вафли. Все, за ним можно не гнаться. Главное — догнать Резолюшна. Резолюшн использует Доппельгангер, прячется на low ground, может быть, как-то развернуться. Здесь подходит Снейкинг. Снейкинг... кастует скиллы, он, кстати, походу тоже выкупался. Да, он тоже выкупался. Там вообще очень много байбеков, на самом деле. Нужно сейчас будет понять, кто и что выкупался. Солчу не очень будет приятно умереть, он же тоже после байбека у нас. Перезоль на байбеках, какой кошмар. Да, кошмар. Все хотят поконтестить этого Рошана. Понимают прекрасно Virtus.pro, что забрав того Рошана, они получат также второй Doom. И не отдадут его сопернику. Ну, то есть рефрешер шарт не отдадут сопернику. Раз, два, три, четыре, пять. Пять байбеков было сделано. Всего лишь 300 золота выиграют Virtus.pro за эту драку, но сами они идут не идут забирать Рошан, им нужно отхилиться, немножечко восстановить ресурсы. Немного не потеряли здоровье маны в боте, заспавнился дабл дэмэдж, появляются руны на 35-й минуте, три штуки лежат до сих пор, их тоже желательно подбирать, потому что серьезные деньги, надо сказать. И Рамзес просто отправляется бить в рошпит третьего Рошана. Хороший свап, должны убить. Ну, должны. Да, должны. Медленное убийство ложкой такое было сейчас. Да, SVG просто, он подбегал в рошпит, хотел посмотреть, что там вообще происходит-то. Хоть одним глазком взглянуть на Рошана, но не позволили ему это сделать. Не, аганим на Венге, это на самом деле бомба какая-то. Ты просто смотришь, что делать? То есть он как бы умер, но он жив. Внезапно. И не так просто убить эту иллюзию. Нужен либо догон, либо хекс, на самом деле, чтобы ее убить. Но нет ни догона, ни хекса. И в итоге, как бы, то есть...
Ты умер, но не умер. Почему никто не покупает вообще? Я не хотел бы расписываться в собственной безграмотности, но ты уверен, что Дагон и Хекс такую иллюзию убивают? Конечно, это же просто иллюзия. Это обычная иллюзия. Нет, это не просто иллюзия. Да обычная иллюзия это. Ну, по механике, ну. По механике. Короче, такая. Ну, хорошо, ладно. Я как главному аналитику этого турнира тебе доверюсь в таком случае. Потому что я таких матчапов, ну, и вингу не особо вижу в своих играх. И сейчас будешь видеть. Сейчас будешь. Ну, можно будет даже протестить, убедиться лично в этом. Ладно, убивает, посмотрим. Убивает. На ней написано Illusion, понимаешь? Значит, убивает. Ну, хотя Dota 2, она такая. Хитрая игра. Это такой же иллюжен, как и Tempest Double, может оказаться чисто внезапно. Потихоньку осаждают Virtus.pro Mid. Тут нет рейнджового барака, иллюзии. Phantom Lancer отгоняют Рамзеса, выжигают ему абсолютно всю ману. У него есть сыр, у него есть рефрешер. Если что. А Aegis упугана, естественно. Глиф прожали. Свап. Отличный свап в Евара. Евара пытается забрать его, форстафует на базу. Тос какой-то любопытный. Но он все-таки выбивает. У него есть байбэк. Почему-то он не хочет его сжать. Непонятно почему. Ну, мид потеряют сейчас. Потеряют мид. Что там по блэкхолу? Блэкхол есть, врывается Урса. Где кто умирает? Умирает Тини, Урса ворвался, забрал быстренько МСС. Ну, мид уже потерян. Байбэк, конечно, никакого смысла нет в такой ситуации. Кстати, сверху каким-то магическим непонятным образом упала вышка тоже. Две телеги. Ну да, но они как-то не отконтролили момент вот этого пуша. Слишком увлеклись. Ну, в общем-то, небольшая беда, конечно, но тем не менее. Тем не менее, когда-нибудь это может и сыграть злую шутку с ними. Ну что ж, отлично давит Virtus.pro. Но все еще... Рамзес все еще хочет, мне кажется, кого-то шлепнуть. Не, они все еще не победили, на самом деле. Согласен. Достаточно сейчас встрять в какой-то крепкий блэкхол. Развалиться всей командой, и все изменится с ног на голову в этой игре. Там уже потихоньку индиски появляются, вот у Нуана есть индиск, то есть даже если он в Black Hole попадет, его убить уже, ну, будет не так просто, как минимум, как максимум его, может быть, даже не получится убить. Плюс у него есть Aegis, у Урсы есть шард, то есть если там Урса нажмет БКБ плюс Enrage и попадет в Black Hole, дэмэджа не нанести, выходит Рамзес из Black Hole, снова шард плюс БКБ плюс Enrage, он снова боевой, снова готов драться, впитывать урон. Так что и у VGG Storm, хочу тебе сказать, далеко ситуация не из приятных. Нет, у них ситуация точно не из приятных. У них нет двух сторон, их пушат пугно, и все довольно-таки плачевно. Но я просто сохраняю интригу, что называется, да? То есть, Virtus.pro нужно быть крайне аккуратными, и они это понимают, поэтому просто... Но Ван аккуратненько ломает вышку, все остальные даже и не думают подходить пока. VGG Storm должны просто продержаться сейчас каким-то образом 2 минуты, когда исчезнет Aegis у Ноуана, и после этого предпринять какое-то действие, потому что нападать сейчас нет никакого смысла, когда ты не можешь пугну быстро забрать. Ну и Black Hole тоже кастовать нет смысла, как мы понимаем. Но стоять до бесконечности за вышкой вы тоже не сможете, иначе пугна вам бластами просто разнесет все к чертям. Пух и прах. Ну да, ну вышку разнесет, бараки уже намного тяжелее разносить. Поближе приходится. Приходит намного ближе, и там тебя могут подловить. Но, в общем, пока Virtus.pro отходит, телепортирует Нована на базу, и он с Тревелов телепортируется куда-то обратно. Наш Райан, похоже, руны. Да, руны коллекционировать. 40-я минута, спавнится две руны, которые усиливают героев, не баунти руны, а вот такие. Дабл дэмэджи, хосты и прочее. Их тоже очень важно контролировать. Желательно даже туда какие-то обсервер варда расставлять, потому что внезапно заспавнившаяся там Аркин руна, она очень много дает пугни. Очень много дает. Рефрешер на Снейкинге, кстати, появился нежданно-негаданно, или я не знаю, я не заметил. Нежданно-негаданно, но вот он только что купил. Он долго копил деньги это, на этот вот рефрешер. Это опасно, потому что теперь, если он действительно здорово все сделает, как-то получится у него дать первый хороший блэкхол, то дальше можно просто всей командой там в этих блэкхолах закрутить. И все. И умереть. 20 уровень. И берет Снейкинг и Далон Дэмэдж. Логично. Очень хороший талант. Легко отпушит. 4 телеги приезжают. Да, это ой, серьезно. Это серьезно. Да, так смотрим. Начинает очень неплохо так разминать. А Aegis через 15 секунд кончается. Возможно, штормам есть смысл активировать. Смог как-то с тыла попытаться зайти. Шива у Дума. Хороший очень артефакт. Намного тяжелее теперь Phantom Lancer играть. Неплохо было бы, кстати, Радик купить. Вот Радик там на 40-й, на 45-й. Неважно, если ты его делаешь против ПЛа, в этом есть смысл всегда. Но он спамит. Его пытаются, видимо, враги зафрустафать на хайграунд. А Aegis кончился и пошла драка сюда. Сразу. Обрывается Снейкинг, дает блэкхол. Очень блэкхол неплохой. Засасывает туда Дума и Вингу. Как раз те герои, которые этот блэкхол должны сбивать. Еще один блэкхол. Сразу же после рефрешера в Урсу. В этот раз Рамзес переживает блэкхол. Однако затем его добивают ультимейт.
этом Некрофса и пускаются в погоню в ОГДЖ Шторм. Роджер спасает Пашу, телепортирует его на базу. Сам же Роджер, скорее всего, отправится в таверну и хотят догнать еще кого-нибудь, может быть, остался тут кто-то. Нет, Пугна уже на респауне. Отличный ульт от Снайкинга. Первый был просто потрясающий, второй тоже был достойный. Пусть не по пятерым, но сделал то, что требуется. Мы тут не в паблике, знаешь, и тут по пятерым дать вряд ли получится. Да. Никто так не встанет никогда в жизни. Но Снайкинг сделал, да, свою работу он сделал, и рефрешер себя полностью оправдал. Получается, притом Рамзеса настолько надолго отправили отдыхать, что это просто не смешно. Он может, конечно, выкупиться, но переждать может не получиться атаку в ОГДЖ Шторм. Тут Тини 19 уровня с веткой, он все-таки бьет тоже неплохо. И Фантом Ланзер уже довольно неплохим дэмэджем обладает. А в кого, кстати говоря, дали Дум? Я что-то не увидел. Дум дали в Евара, который потом выкупился. Ага. Все. Вот. Хорошо, что тогда не выкупился по итогу, оказывается. Это правда. Спамят декрипом, но One мешает резолюшну ломать, врывается МСС, но что-то воткнул, не смог никого тоснуть, вешают на него. Венга делает ТП, сейчас кого-то будут Virtus.pro забирать. Надо свапнуть МСС, наверное. Опа, да, вот свап. Здравствуйте, товарищ МСС. Все на него повесили, всякие дебафы неприятные убили. Тэп-аут от Евара под БКБшкой, сбить его не представляется возможным. Соло видит SVG, стан, который... Или какой-то телепорт сбивает SVG, кастует скиллы перед смертью, спамит и также отправляет сюда ирон даблкилл для Нована. Ну, Солыч, конечно, дает жару в этой игре, на самом деле, неплохо. Со своим этим аганимом, безумец у какой-то. У него, кстати, Нетворс, в общем-то, не намного меньше, чем у Некрофса, который вообще мидер команды в ГДЖ Шторм, ну, да. Если что. И, кстати, идут в атаку. Урсу, правда, вот призвать не получится, да, нет траволов у Рамзеса, плюс нет котла, придется ему пешком добираться, но Virtus.pro знает, что там нет байбека у Некрофоса, знает, что там нет двух блоков, и их задача сейчас как можно агрессивнее сыграть и хотя бы, может быть, рейнджовый барак забрать, у него там очень мало здоровья. Ну да, рейнджовый барак на один бласт, но Ван может просто зайти и плюнуть в него, он боится, тоже не хочет умирать за рейнджовый барак. А он в смоке, хлоп. Оп. И все. 25-й бы неплохо получить, там бласты начнут очень. О, там безумие, да. Там безумие. Уворачивается Паша от иллюзий, дебафает их Шивой, гению даже ударить не мог. Хотя, если ты сломал уже все бараки и против мег крипов воюешь, то может и вард стоит взять. Ну, талант на вард. Потому что он тоже безумный. Ты имеешь в виду Virtus.pro, если сделают мег крипов, уже с ними будут пытаться что-то делать. Да, и уже... В целом... Ну, так здесь игра как на мег крипах не закончится, вот я думаю так. Согласен. Я думаю, что здесь шторм будут дефить и мега крипов, если понадобится. По рефрешеру. Рефрешера еще нет, должны Virtus.pro считать тайминг таких артефактов и знают, что есть только один Black Hole и, возможно, сейчас кого-нибудь пытаются убить. Ну, это не точно, на самом деле. Могут и не знать. Спалились в ОГДЖ Шторм, по крайней мере, спалился Фантом Лансер, который зарезал курьера. Так АВП понимают, что можно просто на барак, да. У Рамзеса здесь есть фортификейшн. Фортификейшн активируется. Очень важно, где находится Снейкинг. Снейкинг в смоке. Он потратил Бринк, он не может ворваться прямо сейчас. Соло ищет игрока, которого можно было бы свапнуть. Чуть-чуть побили милишный барак, сбили линку. Вот сейчас бы напасть на Снейкинга, как-то свапнуть его. Соло бежит, за ним свапает! И тут же Дум на Снейкинга. Снейкинг рискует умереть. У него, кажется, есть возможность выкупиться. Шард был скастован Пашей, если... Нет, кем-то другим был скастован Шард, но здесь уже мега-крипы выкупается Снейкинг. Снейкинг дает Midnight Pulse, находит Соло и его убивают. Но здесь Virtus.pro нужно просто отступить. Они сделали свое дело. Все верно. Все верно. Но игра не закончилась. Игра не закончилась. Телепортируется на катапульту No One, начинает давать бласты и отпушивает крипчиков потихонечку. Да, интересненько, конечно, здесь интересненько. Просто, на самом деле, не сказали, что Virtus.pro прям так просто закончить эту игру сейчас. Просто... Шутки шутками, но так и есть. Я, кстати, не совсем так, что там, на Снейкинга врывается. В итоге Рамзес, Снейкинг кастует первый блокхол, есть рефрешер. Он придет, ему придется кастовать. О боже, а он что умирает же он не отблинковал? Не знаю, возможно, блинк был в КД. Рамзес убивает вражеского Энигму, умирает при этом сам, но он может выкупиться и можно просто идти заканчивать. Прямо здесь и прямо сейчас. Да не надо. Хотя, может и надо. Ну, то есть... Ну, это рискованно. В принципе, ничто не мешает Virtus.pro сыграть аккуратно. Небольшой тайтл, риск. Тайтл. Но вообще-то говоря, если вдруг сейчас, ну, знаешь, умереть, то байбек не будет. А если от косы умереть, то тебя не будет просто 20 минут, не знаю. Можешь пойти чаек попить. Срыв покровов от Ярослава Кузнецова в прямом эфире. Но, в принципе, это важно, да. Понимать, что если Virtus.pro сейчас допускают ошибку, то они имеют возможность проиграть эту игру. Шард у Пугны. С другой стороны, это Virtus.pro, они привыкли, вот, знаешь, на разного рода риски
такие, знаешь, не очень большие, они часто любят идти, и к тому же Рошан, поэтому Урса-то двое. Нет, знаешь, если они пойдут прямо сейчас, то в целом они могут очень сильно накоцать своего соперника и выиграть просто много времени. В GG Storm могут банально не дойти до хайграунда, ну, трон они точно, ну, не успеют снести, если там есть глиф, а глиф там есть. Рамзес под солором начинает атаковать Т4 вышку, быстренько с ней разбирается, у него все-таки есть дезолятор, а шард в итоге передали Урсе, да, он изначально был у Пугне, падает вторая Т4 вышка, все очень плохо у VGG Storm, они вынуждены отступать. Свап по Некроксу, Некрокс также умирает, у него нет байбека, очень мало здоровья у Crystal Maiden. Crystal Maiden рискует своей жизнью прямо сейчас, да, убивает Crystal Maiden. Resolution из последних сил борется, Паша под БКБшкой отступает, и Трон. Потрясающая игра, на самом деле молодцы обе команды, но Virtus.pro дотянули, вот мы с тобой говорили на стадии драфта, что 35 минут и все, но... Такое ты говоришь, когда игра идет при прочих равных. Да. Здесь Virtus.pro задали очень сильный темп. Нет, они... Это были те самые Virtus.pro. То есть как бы в такой игре 35 минут, но они просто все эти 35 минут просто душили. Просто накинулись ногами и вообще не давали ничего штормам.